Сразу два авиапроисшествия произошло в Иркутской области утром 17 августа. Оба случая с самолетами Ан-24, которые принадлежат двум разным региональным авиакомпаниям. Первый инцидент произошел в Усть-Куте. Около 10 часов утра самолет, который прилетел из Иркутска, при заходе на посадку задел левым крылом землю. Оно надломилось. В момент инцидента на борту Ан-24 авиакомпании «Ангара» находилось более 40 пассажиров и 4 члена экипажа. К счастью, никто не пострадал. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, посадка самолета проходила в сложных метеоусловиях. Судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, где произошел подлом передней стойки шасси и повреждение крыла. Сотрудники ведомства, а также специалисты Следственного комитета на транспорте проводят проверку. Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Сотрудники Следственного комитета проводят проверку и по второму авиапроисшествию. Самолет авиакомпании «Ир Аэро» вернулся в аэропорт Иркутска через 30 минут после вылета в Таксимо из-за неполадок одного из двигателей. Судно, на борту которого находилось 45 пассажиров и 4 членов экипажа, успешно приземлилось. Никто не пострадал.